От бесправного прошлого чукотских женщин остались лишь воспоминания, как с детских лет остались на лице этого врача несмываемые знаки суеверных шаманских заклинаний от злых духов. Современная Чукотка живет общими интересами с Большой Землей. Здесь, как и повсюду в стране, проводится большая работа по охране родной природы и ее животного мира. Наташа Элергина после окончания школы решила стать оленеводом. Надо вести строгий учет северных оленей, которых становится все меньше на земном шаре, приручать их, помогать заболевшим. У Наташи интересные планы. Она задумала написать книгу об оленях. Возможно, Наташа будет учиться на ветеринарного врача, но она никогда не расстанется со своей родной Чукоткой, землей суровой, но прекрасной.